Заказала я себе новые палочки от Nikon Pudo. Люкс сегмент практически, но как-то 30 евро. Я считаю, что это люкс уже для палочек. Вот такая вот слюда идет. Пахнет вкусно. Можно даже в белье положить и будет пахнуть. Муск. Муск заказала. Так, открываем. Смотрите, какая красота. Так вот открывается. Кстати, упаковка. Интересно, что это такое? Это бумага? Нет. Кстати, бумага. Ой, запах такой шикарный идет. Ой, какая вкуснятина. Ну, мускусом пахнет. Тут такая вот коден. Японские. О, в общем, такая красивая вот. Аннотация идет. Ох, красивые бумаги. Пахнет волшебно. Подруга сказала, что говорит прям одежда пахнет. Ну, как бы, по-моему, даже вот в этой серии типа окуривалась кимоно. Эссенциями. В общем, что-то японцы не придумывают. Не духами обрызгиваются, а как бы... Надо все это прочитать. Естественно, на японском языке. Мускусная нота. Что же они пишут тут? Так, будем читать через телефон. Наша оригинальная, значит, богатая там парфюмом, мускусная нота, натуральный муск не используется. Ну, значит, это синтетический. Но все равно. И тут, видимо, там что еще у них есть. Ладненько. А, здесь очень красивая упаковка. Смотрите, упаковывают вот так вот. Упаковывают в такую красивую бумажечку. Такая бумажечка, кстати, классная. И здесь у нас вот такая подставочка. А у меня на фотографии она была зеленая, она тут черная. Ну ладно. Такая вот красота, видите. Все так красиво сделано. Идеально. Так, здесь, значит, у нас... Смотрите. Такой знак. Ой, вкусно пахнет. Тут, кстати, это... Ха-ха-ха. Номер стоит. Сколько выпущено-то? 218 700. Ну, красивый такой номер у меня. Прям 700. Смотрите, как упаковывали. Боже ты, боже. Так. Достанем палочку. Зажгем и будем кайфовать. Ой. Одной рукой, конечно, доставать. Такая палочка. Вставляем так. В общем, искусство доставать. Бумага такая очень, как сказать... Она какая-то бархатистая. Вот что хотела сказать, на ощупь. Вроде гладко, но в то же время кайфовый такой. Мне кажется, они даже над бумагой раздумывали, в какую бумагу заворачивать. Она какая-то вот такая вот. Вроде гладкая, но в то же время какая-то мягкая.
бархатистая. Не знаю, но вообще у меня какой-то экстаз от этой японской продукции. Вот это интересно, кстати. Сейчас отключусь. То есть надо фотографию это сделать. И скажу вам, из чего коробочка-то. Она еще... Коробочка-то она из картона, но она так идеально просто сделана, я вам хочу сказать. Просто идеально. Но еще... 30 евро... Это реально. Видно, куда потрачены. Ну, стоит она, естественно, дешевле, но продается за 30. Так. Сейчас зажгем и будем созерцать. Вообще, как бы рекомендуют зажигать. Это как его, зажигалкой газовой. Ну, запаха же нет. Наверное, подальше надо от этого находиться. Мне интересно, как он будет осыпаться. Но еще как бы за 16 евро она не осыпалась, она просто все так собиралась. Вот, давайте рассмотрим пока коробочку. Так. У меня насморк, поэтому я как-то очень все плохо чую. Но вот мне очень нравится, как дым идет. Особенно, когда в темноте смотреть, так очень так красиво идет. В принципе, здесь очень красиво идет дым, как бы вот он раздваивается так. Ну, вам не видно? Может, и видно. Но, в общем, он очень красиво, эстетично. Гармонично как-то распространяется. Одно наблюдение даже за дымом, это успокаивает. Так, кстати, где делают? Сделано в Японии, уже радует. Потому что такое, что делают или в Китае, или еще где-то. Ну, вот Нипонкода, Гинза. 30 минут. Ну, кстати, на немецком написано. Что удивительно. Ну, в принципе, на всяких языках написано, на японском. То же самое, кстати, что и на бумаге. А что так плохо показывает? Я что не... Нет, я протерла все. Ну ладно. Так, здесь вот еще что-то написано. Это надо смотреть. Тут составы. Ну, так. Туда-сюда. Ну, в плане упаковки, конечно, мне предыдущий это больше понравилось. Вот, ну, решила на пробу такую взять. Пусть будет. Ну, вот так осыпается, не осыпается. Просто на сайте российском прям какой-то восторженный отзыв был. Но подруга моя говорит, ну, так, ничего, говорит, но одежда, говорит, пахнет. Не было. Что-то там было рядом с этой палочкой. Говорит, пах, пропахла одежда. Вот. Я, кстати, вот этот пепел, я его потом собираю и засовываю в такие, как, знаете, в общем, когда покупаете мешки для
пылесосов. Там такие, значит, прокладки кладут. В общем, я эти прокладки, из них мешочки нашила, туда просто запихиваю вот этот пепел и кладу в шифонеры. Пахнет вкусно. В общем, у меня драгоценный пепел не пропадает. Вот что я хотела сказать. Кстати, тут показано, как зажигать. Даже это нарисовали. Проинформирую. Кстати, бумага. Бумага. Хочу сказать вам тоже, какая-то она премиальная. Она премиальная, кстати. Она не просто бумага. Она какая-то очень качественная бумага. Плотная такая. Ой, запах хороший идет. Вот. Ну, что хочу сказать. Упаковку вам сделала. Кстати, тут какая-то надпись написана. Что тут аж они пишут? Что-то там шелковая дорога. Ага. Переводят они, что такое значит кодом. Надо, в общем, на русском почитать. Но, насколько я помню, что это как бы они вот эти кимоно окуривали. Ну, просто там, например, одежда окуривалась. Довольно-таки интересно будет зайти в комнату и проследить, как долго этот запах останется. А, кстати, тут у меня свечка от этих, как его, мушек. С этой лимонеллой или как ее? Лимонной травой. Кстати, скажу, не сказать, что прям сильный запах шел. Это мы покупали для этого Египта в туалете зажигать. Я с собой всегда беру палочки всякие. Ну, зажигаю в номере, чтобы эти духов всех разогнать. Вот. Так что вот смотрите. А, кстати, опала. Вот. Упала. Довольно-таки интересно, почему ты опадаешь. Вот. Надо будет собрать это. Ну, в общем, такое представление японского мускуса. То есть не японского мускуса, а муск, нота. Нота муска. Кодэн. Кстати, небольшое разнообразие продуктов от этой серии. Вот. Поменьше, чем за 16 евро. Подруга мне понравилась, говорит, за 16 евро цветок граната. Она мне сказала, что ей очень понравилось. Но вот это она тоже покупала. В России можно поштучно купить. В общем, вот такая вот палочка-выручалочка. Всем пока. Вот еще что почерпнула. Ну, пока читала. Типа палочка состоит из дерева табуноки. Какое-то японское дерево табуноки. Ну, насколько я поняла, вот это как бы основа табуноки, и на нее замешиваются эти, как его, ароматы. Вот. В общем, вот так. Табуноки. Что только не знаешь, когда погружаешься в мир японских ароматов. Но единственное, вот мне что не нравится, вот оно вот так вот это опадает. За 16 евро так не опадало. Там была какая-то, видимо, ракушечная смесь или что-то. Но она вот так вот не опадала. Ну, как бы так собиралась и, в общем, в
пыль вот такую не превращалась. Ну, довольно-таки посмотреть надо по запаху. Зайти потом в комнату со свежего воздуха и посмотреть, как все это будет. Всем пока. Вот такой вот табуноки.